Доброго дня, дамы и господа, с вами Риверс, и мы продолжаем проходить StarCraft Remastered, дополнение Brood War, пятый эпизод за тиранов. На прошлой серии в первом ударе мы вторглись в Браксис, вроде как наподдавали немножко Доминиону, встретили Самира Дюрана, и теперь у нас начинается вторая глава, Дайларские доки. Поехали! Дайларские доки, флагман ОЗД Александр, над Дайларскими доками, преферальный коммерческий центром Доминиона. Получено новое сообщение. Капитан, вице-адмирал Стуков доложил о вашей безупречной операции на Браксисе. Выражаю вам благодарность за то, что вы открыли нашу компанию столь решительной победой. Тактические группы уже расшифровали коды безопасности Доминиона и получили доступ к наиболее ценным файлам Минска. Но наша работа еще не закончена. Мы выяснили местонахождение дайларских доков, где заправляются и ремонтируются корабли Доминиона. Сейчас там находится целая эскадра крейсеров. Чтобы наше преимущество в секторе стало бесспорным, нужно атаковать доки и реквизировать как можно больше кораблей. Господа, рекомендую вам соблюдать предельную осторожность. Командование Доминиона может перебросить подкрепление на любую из своих отдаленных баз в течение 16 стандартных часов. Император Менгск не оставит ваш рейд без внимания. А, наш перебежчик. Лейтенант Дюран, извольте обращаться к старшим по званию, то есть к капитану и ко мне по уставу. Вам все ясно? Так точно, адмирал. Стареешь, Жерар. Отдай парню должность. Как-никак мы будем готовы к сюрпризам благодаря ему. Как бы полезен он ни был, Алексей, в моих глазах он всегда будет предателем. А ты знаешь мое отношение к предателям. Знаю, Жерар. Капитан, приступайте к операции, как только будете готовы. Захватите вражеские крейсеры, а затем отбейте контратаку Доминиона. Да, будет веселая глава. У нас две задачи: угоните крейсеры и разгромите ударную группировку Доминиона. Или группу. Да, группировку. Поехали. Адъютант остался в сети. Капитан, ваша задача сопроводить пилотов к крейсерам. Эти ребята без труда отстыкуют корабли от доков и отведут их на подготовленные позиции. Так, 0 из необходимых крейсеров захвачено. Чего? Ладно. О, девочки подъехали к нам. Жаль, их нельзя будет в казарме нанимать, блин, они только временно здесь. Первый лейтенант. Типа что, таким взводом атаковать? Давай. Проблем сделаем. Блин, а они нормально так хиляют, кстати. Привет. Ладно, давай пилота сюда одного. Вызывали? Крейсер готов к бою. Что? Опишите характер недомогания. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, понял. Есть. Все понял. Эй, я в деле. Много бункеров, кстати. Немедленно. Ай. Тихонечко. Грейды есть 3-3, кстати, хорошо. Да, блин, капец, какие медики имба здесь. Их бункер не пробивает просто. Три солдата, по крайней мере. Блин, это мощно. Это очень мощно. Плюс грейды 3-3. Да. Ну, первая стадия, она полегче.
Просто вот это имба имбище, блин. Да. Мне кажется, если я пехоту вы это профукаю, точнее пилотов профукаю, мне могут вроде по идее еще выстрелить, нет? Так. Косты, да? Косты. Осадный танк херачит по медикам. Ну, логично. Пойдемся немножко призраком. Так. Что бы тут сделать? В инвизе пройтись, что ли? С карабином убить танк? Сделаем. Они могут выдержать прямой выпад танка. Так, ладно, давай тогда поднимемся наверх. Мана сейчас закончится. Да, долго харасить они его. Это самая конченная идея была только что. У меня есть три госта. Допустим. Три госта, три госта. Допустим, мы подойдем сюда одним призраком, швырнем в него. А тут еще один танк. Тут два танка, что ли, посадных. Он блокирует пути. Нет, смотри, еще один есть. Он же шмальнул по нам больно. Ладно. Уже пошел хардкор, чувствуется хардкор. Тремя гостами. Блин, да что ж такое? А давайте теорию проверим. Дадут ли нам еще одного пилота. Вот отсылочка немножко не теряет никого. Хорошо. Так, ну здесь в принципе простая тактика минуть вот этот вот танк. Надо сюда в инвизе пройтись, вырубить этот танк с помощью замыкания и пройти двумя пилотами к плацдарму, точнее к маякам. Здесь реагировать надо как-то быстро. Вот, все. Медики предоставлены на то, чтобы здесь логично все. Привет. Да не вопрос. Ладно. Ага. Ладно. Да не вопрос. Иду. Призрак на связи. Принято. Блин, мы здесь как живые мишени.
Еще один призрак. Уже в пути. Смерть придет незаметно. Укажи мне цель. Призрак на связи. Привет! Я слушаю. Ну надо еще за вон тем танком наблюдать. Что того танка убить, чтобы его замкнуть. Уже в пути. Смерть придет незаметно. Как ты его увидишь, конечно. Я слушаю. По воле случая, да? Так. У меня призрак. Наконец-то. Как оно? Так, нам надо замкнуть вот этот танк и пройтись. Иди чудо. Отлично. Танк больше не представляет для нас угрозы. Так, надо похилять. Ти куда, девочки? Ти, не надо газовать сюда, говорю же вам. Так, надо в инвиз уйти. И нам надо как-то его спалить, что ли? Или медичкам просто подойти, как вариант. Ну все, он отошел. Ничего сложного. В принципе, ничего сложного. Но если бы он пальнул еще раз по моим пилотам, было бы вообще больно. Отлично, первый прошли. Точнее, вторую. Вау. Нифига ж себе. Ладно, допустим. Здесь так тоже не пройти, да? Или можно пройти? Так, стоп, сохранимся, пожалуйста. Ага, здесь вижен. Здесь чертов вижен. Шмальнуть, конечно. Блин. Да блин, зачем ты спалился, а? Просто зачем ты спалился? Снайпер ты хрена. Да, конечно, вот так еще будем ходить, да? Обнаружен запуск ядерной ракеты. Так, ну пехота осталась жива. Так, есть небольшая идея. У меня всего два морпеха. Так, вижен надо убрать. Егошник. Ну и двух морпехов спокойно хватило, кстати. Плохо. Да. Призрак на связи. Смерть придет незаметно.
Надо его замкнуть. А что он видит нас? Обнаружен запуск ядерной ракеты. А, он даже так сбили его. Нормально, хорошо. Отлично. Так, еще два пилотника сюда. Так, дальше повеселее будет. Ну, Голиаф уже люлей получил. Если там еще где-то вижен. Ну, с полной маной, вот ты. Сюда. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Это пролетело или мне показалось? Да, ракета была. Всю глупую пехоту мы раскидали. Отлично. Наконец-то. Так, все, это была последняя ракета. Привет. Здесь ничего не осталось, осталось только захватить корабли. Привет. Да не вопрос. И, в принципе, все. Эй, привет. Переходим к следующей стадии. Как дела? Ага. Как оно? Надеюсь, тут никто опять уже не остался. То бишь же. Ну, это следовало ожидать. Этого следовало ожидать, что там мина. Не удивлюсь, если там еще одна мина. Я просто видел стервятника, подумал, ну, по-любому положил мину. Где стервятники, там мины. Так что да, этого следовало ожидать. Странно, что ядерка мину не зацепила. Полезно, да? Как понимаю. Так, следующая территория. Нас сразу же атаковали. Так, оценим обстановку. Что тут творится? Что вообще происходит? Часовые в виде голиафов, да? Я так понял. Пилоты. Аж 6 пилотов. Да, это уже получается 18 крейсеров с этой территории. Забрались. Да не вопрос. Радостью, Кэп. Шибнем танк. Нахрен. Наконец-то. Так, вижу еще один танк. Укажи мне цель. Принято. Наконец-то. Смерть придет незаметно. Так, подожди. Укажи мне цель. Смерть придет незаметно. Принято. Укажи мне цель. Уже принято.
глупо. Очень глупо было. С стороны. Вижен летает. Летает, Вижен летает. Стиль принял. Готов выдвигаться. Опишите характер недомогания. Немедленно. Уже в пути. Нам надо как-то призраками его захарасить. Один пульнет в него ветку. Да зачем двое-то сразу? Двойное замыкание, блин, сделали парню. А, вижу еще одного. Блин, если так подумать, они нормально танк держат. Не вдвоем. Опишите характер недомогания. Убираем этот танк. Опишите характер недомогания. Че где-то танк? Ва. Эй, я в деле. Фига себе, у него тут еще танк. Блин, а где... Ну и коридорчики, скажу я вам, растираются. Давай сюда. Ну у нас такого же Вижена нет, как у него, а. Дред. Я тоже хочу такой Вижен. Сеемся. Опишите характер недомогания. Подождать, пока они его собьют, конечно. Ну, можно... Раз у нас есть... Раз у нас есть медики, можно стимуляторы зафигачить. Так. Вижена нет. Значит, можно забирать этот, блядь. Это очень глупо было с моей стороны. Максимально глупо, ну ладно. Так, а если мы там пройдемся еще немножко? Ну, как по мне, медики на этой главе вообще имба какая-то. Так, я думаю, здесь мы без проблем пройдемся. Как оно? Хе, расплюнуть. Захвати этот маяк, точнее этот крейсер. Да,
А у медиков-то еще броня имеется одна. Подарочной упаковочки. Откуда этот танк взялся? Слышь, парень, ты откуда слез? Так, предлагаю этим призракам убрать этот танк. Или этими ребятами. Изи. Не, ну сложно, сложно вообще. Тут думать надо иногда. Есть такое понятие думать. Но миссия для 5-летнего школьника, если не больше. Сейчас тут такая мина опять вылезает. Было бы смешно. Крейсер готов к бою. Капитан, к вашим позициям приближается многочисленная эскадра Доминиона. А, это должно быть то самое подкрепление, о котором предупреждал лейтенант Дуран. Капитан, готовьте наш новый флот к бою. Следую к цели. И как скажете, адмирал, приготовим. Задай курс. Веду прием. Значит, к нам сейчас идут гости, да? Хорошо. Кто с ними-то будет? Принимаю сообщение. Подкреплением, блин. Добрый день, командир. Его отражаем и все в КГ, да? Веду прием на всех частотах. Экипаж на связи. Капитан, на связи флагман Доминиона на РАД-3. Да-да. Уж не знаю, из какого вы ополчения. Но советую сейчас же сложить оружие. Я генерал Эдмон Дюк, командующий армадой Доминиона. Именем императора Менгска приказываю вам немедленно и безоговорочно сдаться. А, генерал Дюк, я думал, вы прибудете раньше. К вашему сведению, мы не из какого-то жалкого ополчения. Мы представляем всю мощь объединенного земного директората. Земного директората? Вы хотите сказать, что прибыли сюда с самой земли? Совершенно верно, генерал. И мы возьмем под контроль этот сектор со всеми его жителями. Во благо человечества. Только через мой труп. Мне плевать, откуда вы приперлись. Никто не смеет угрожать Доминиону тиранов, пока я жив. Огонь на поражение. Но он немножко смутился, да. Добрый день, согласен. Да кораблей так мало у него. У меня больше. Ой, это я нормально, неудачно так, наверное, пальнул. Как детей. Честное слово, как детей. Ну что? Ну что ж, была вот такая вот интересная глава, сложная, где нужны, блин, мозги, это я уже говорил. Ох. Продолжим на следующей серии, ребят, с вами был Риверс, всем пока-пока.